Когда одежда совести запятнана, когда погасли радости огни, взгляните на Спасителя распятого и во грехах покайтесь перед Ним. Когда нет силы и здоровья прежнего, сжимает горло горе или смерть, взгляните на Спасителя воскресшего, и вы награду будете иметь. Когда закрыто будущее тучами житейских бурь и мрачных перспектив, взгляните на Спасителя грядущего, и вам светлее будет на пути. У вас душа ножом греха изранена, а скорби душ чувствительнее тел, отбросив страх, идите на собрание, где распятым говорят Христе. И там, душой неверием запятнанной, освободясь от дьявольских оков, взгляните на Спасителя распятого. Он любит вас, и вам пошлет покой.